21 марта 2012 года. Открытие сезона лосянинами. Едем в Алтын-Эмель. Проехали пост, забрали талгу с мясом. И вот едем за сусликами. Вот наша компания собралась. Голланд на своем голубом. Сережа, ручками помашите. Вот наша арьергард отстающих. Намат, Сережа, Юзмастер и Голланд, который молчит по рации. Очередная фотосессия сусликов. Возникло препятствие в виде грязевой ванны. Сейчас смотрим, как наши преодолевают. Пошел Голланд. Ну все. Снимай, 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 снимай. Вот они. Вот. Снял? Да. Успел. Кастал гришет, кастал гришет. Охрана держу вот. 70 выжимает. Ой, тиран, Сержика. Тиран это, краснокнижный. Вот, джейран. Красной книги. 70 выжимает нас, обгоняет, он обгоняет даже. О! Давай. Устал. Это, фотоаппарат. Вот. Перед нами Катутау. Куда мы едем? Разгрузившись в Мэнбулаке. Хотя можно было туда и не заезжать. Но суслики так решили. Вот мы въехали. На ущелье, да? Атмбарма? Да. Атмбарма? Кататау. Кататау, да? Ущелье Кататау. Ущелье? Егіз-Қара. Егіз-Қара? Ага. Егіз-Қара. Қалай перевод болады? Черные близнецы. А? Черный? Черные близнецы. А, черные близнецы. Наума? Вон он. 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 Ущелье черных близнецов. Поняли? Нет, нет. No. Ну, видишь? О, как чисто.
После фотосессии мы продолжаем свое путешествие по ущелью. Такие здесь красоты. Какой камень? Конечный. Халай? Конечный. Конечный? Конечный, да? Прибыли. Ну что, все? Прибыли? Да. Видишь, разворачиваются здесь все. А, да, точно. И место, и камень. Да. Красивый. Да. Вот такой камушек. Конечная! А где поющие? Сказали, конечно, я все. Ну, оставайся. А мясо там осталось. У него чипсы есть. Тебе там это? Ногам не холодно? Лакас. Я вышел подниматься, отправлю его еще. Там ветер наверху сильнее. А, давай, 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 давай. Как проходят цивильно эту лужу. А сейчас вы увидите, как ее пройдет Сусанин. Вот проходит нормальный. Сейчас пройдет отвязный чувак. Снимай. Преодоление галантом бездорожья. Давай, давай, давай! Газу, 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 газу! Молодца! Оборот, оборот, оборот! Молодца! Вот там вдалеке горы. Актау, мы туда едем. 22 марта на Наурыз. Вот открылась панорама вот этих гор красивых актауских. Папарацци все. Привет, папарацци. Улыбаемся и машем. Я тебя не снял, повтори, пожалуйста. Ну, вот вся наша команда. Открывается? Вот. Сначала вот этим регулируешь левый глаз. А потом вот это. Вот это левый глаз. А вот это двигаешь. Это правый глаз. Конечная! Остановка конечная. Конечная остановка. Прием. Вот такая красота. Ага. 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 Ага.
бастанды жарып қопырып түсіп кетуі мүмкін. Анан да жерге жақын жүрмейсіңдер. Жазаның бәрін айтып қойсың ғой. Қазір босап тұрған мына жерінде. Тоди Сержик. Вот прибывает наша команда потихоньку. Вот наша компаша пошла. Сержик готов полностью на 100%. Кремень есть? Кремень? Нет. Но зато есть спички большие. Вот мы идем дальше. Вот. В общем, близко не подходите к этим, он сказал ответственным. Могут обвалиться. Вот, местами берега некоторые обваливаются. Вся наша группа потихонечку разделилась, идет каждый сам по себе. Вот она, древняя русло реки. Вор решил обвалить скалу. Ну-ну, давай. И это все? Сейчас попробую подняться выше. Ну не факт, что смогу. Ну вот здесь вот очень классное ущелье, вот в него можно зайти. Вот. Вон и белые горы впереди. Почти белые. В общем, мы туда не пошли налево. Пойдем направо. Смотрели вы же его фильм? Я хочу получше. Посмотрите, как-то хорошо. Чтобы ее было видно. Кого было видно? Дальше отойди. Пошли.
Ну, сам подумай. Сам подумай. Не, я знаю, где. Мне кажется, вот это голова короля свинца. Наверху свисают скалы, которые могут обвалиться. Вот так вот, друзья, кто с нами не был. Вот такая красота здесь. Вообще здорово. Такая красота здесь. Не знаю, передает ли эта камера. Вот так гипсы. Ты думаешь? Да. Он пониже спустился. Ты, в общем, этот кусок Ате покажи. Он должен знать. Это что, горник? А? Это что, это горник? Горняк. Горняк? Оно так может еще. Вот из-за узлов себе получается такой рельеф. Вон трещина пошла, да? Смотри, какая. Да. Вот это ухо-хо. Так. Ау. Похоже, можно найти на копчегае, только это стекло, стекло обточившееся. Ну да. Похоже. Вот мы все идем. И опять трещины. И опять такие же скалы. Да? Ну, конечно. Ага. Вот такие здесь древние руины. Не держит глину. Глина же она как. Мне 44 минуты осталось от реки. Вот такие ущелья здесь. Протоком вода образовала. Потихонечку точит. Эти глиняные горы, которые потихоньку осыпаются и осыпаются. Опасно идти рядом с ними. Вот они, наши красоты казахские. Не спеши. Все же как перекус. Надо позже. Вон бабочки летают уже. Бабочки начали летать уже. Да. Вот наша конечная точка, до которой мы дошли. Теперь идем обратно. Голланд появляется. Не застрял, гад. Вот мы прибыли. 700-летний, да? Ну, теперь обнимайтесь. 750. 800, говорю. Кто больше? И, да. Вон, видите, завязочки всякие. Завязочки вон. Кто здесь был? Да, надо приезжать сюда летом. Можно сюда залезть? Она может ломаться. Свалишь с дерева, еле стоит. Ну, устоялась. О, молодец! Еще раз! Не записал! Давай, давай! Тарзанский крик! Вот крик, пошли! Давай, дубль, Голланд! Прибыли, ждем сусликов.
А тут на тебе кокпар назревает. Ты как скоро козла таскаешь? Как куб. Вот они пошли, кокпаровцы. Рядом со мной встань, а? Не бегай. Вот, по-моему. А что они там начали, интересно? Да, все. Опять схватили. Тащи. А, он вижу. Сейчас не толкаем. Вот мы увидели живого кулана. Целый косяк куланов. Папа, что ты не комментируешь? Сказал. Целый косяк куланов. Еще второй раз для тебя повторяю. Отойди.